и левой рукой по линии мощно атакует Неслихан. И как наставник сборной России Владимир Кузюткин, не знаю уж вынужден или нет, использует, задействует точнее в играх. Пришло 106 350 человек. Представляете, какое огромное количество польских. Первый матч сборной России и сборной Польши. И поддержать нашу команду, потому что только вместе с вами, все вместе, мы можем, ну так, может быть, немножко пафосно, как говорю. Она была построена по таким, не то чтобы по космическим технологиям, естественно, по обычным нашим технологиям, она брали команды Сербии, провела групповой турнир, для них зал хорошо знаком, матчи сборной Польши с их аншлагом, но при этом, конечно, посещаемость даже на такие матчи очень и очень высокая, но мы даже можем сказать, и вот как раз Неслихан сейчас была в атаке. Хороший прием на Неслихан. Неслихан, блок аут, 22 очко. Я уже испугался, что опять она отправит сейчас мяч в аут и опять в концов. Спокойно, самое главное, играть. И опять Неслихан. И опять здорово забивает она. 24-й мяч. Вот почему она тут... Неслихан. Здорово, здорово. На тройном блоке. А вот с 2 по 2 как раз левой рукой раз. И здорово, здорово на блоке детские турецкие спортсменки. Малинар сейчас была в атаке. Неслихан, ну вот, вот точно я говорю, три раза подряд в одну заигрывает одного игрока. И не просто на его заигрывает. Да, очень сейчас. И так грамотно, что сейчас как раз турецкие волейболисты действуют по этому принципу, бросаются за каждым мячом, каким бы он тяжелым ни был, как бы далеко не пришлось бежать, и это правильно. Это все равно принцип своей платы, как бьется на передней линии с новыми силами. На одном блоке шансов нет, конечно. Неслихан левой рукой на высоте, в диагональ, может атакует. 13 очков сборной Турции. Серкум уже пора достать. Кручанок, а сейчас Неслихан забивает. Опять-таки по линии. Вот с четвертой зоны надо было закрывать. Видите, в принципе, опять действовали правильно, но